Здравствуйте, товарищи! Начался новый учебный год. И начался уже 10-й набор слушателей Красного университета, Фонда рабочей академии и Ленинградского телевидения Лен.ру. Красный университет ведет обучение по программе «Марксизм и современность». Марксизм, как целостное мировоззрение, представлен в его трех моментах. Диалектической логики Гегеля, политэкономии, представленной в основном в книге Карла Маркса «Капитал», и научном социализме, представленном полным собранием сочинений Владимира Ильича Ленина. В Красном университете преподают такие ученые, как автор книги «Классовая борьба» Михаил Васильевич Попов, Александр Сергеевич Казенов, соавтор Михаила Васильевича Попова по книге «Советы как форма власти» и «Советы как форма государственной власти», Виктор Иванович Галко, автор брошюры «Банки в экономическом саморегулировании». Свои лекции прочтут Олег Анатольевич Мазур, автор книги «Развитие работников современной России», преподаватель Ненависского государственного университета. Александр Владимирович Золотов, автор монографии «Развитие профсоюзного движения России», преподаватель Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Соответствующие занятия проведут кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич и кандидат медицинских наук Дегтярев Денис Борисович. Товарищи, приходите в Красный университет учиться. Есть возможность учиться. Была бы охота учиться.